Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Ян Руста, живописец, педагог армянского происхождения, творчество которого тесно связано с художественной жизнью, входящих в состав Российской империи, Литвы, Белоруссии и Польши. Был сиротой армянского происхождения из Константинополя. Десятилетний сирота был привезен в 1774 году из Константинополя князем Адамом Казимиром Чарторийским. На его средства воспитывался и учился изобразительному искусству. Сначала в Варшаве, позднее в Германии. По возвращении работал художником в театре Михаила Казимира Агинского в Слониме. С 1798 года преподавал в главной Виленской школе, в 1803 преобразованной в Императорский Виленский университет. Сначала в качестве адъютанта при профессоре Франциске Смуглевиче. После смерти Смуглевича Рустам стал профессором и заведовал Виленской художественной школой при университете. Среди его учеников Казимир Бахматович, Валентин Панькович, Ян Дамель, Тарас Шевченко, Юзеф Алишкевич, Наполеон Орда. К наиболее одаренным ученикам Рустема относят Канута Русецкого. В 1820-м организовал первую в Литве выставку изобразительного искусства, на которой было представлено работа его учеников. Состоял в масонской ложе. Умер в 1835 году. В ранних работах отчетливо влияние французского классицизма. Позднее в его произведениях появляются черты романтизма. Писал автопортреты и портреты. Жанровые сцены в духе раннего романтизма. Акварели и рисунки из городской и сельской жизни с использованием различных техник. Произведения хранятся в музеях Германии, Литвы, Белоруссии и Польши. Ну вот так вкратце из Википедии о живописце и педагоге армянского происхождения Ян Руста. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.